Sword of the Cosmos. Это что-то мясное, да, будет? Я с одного раза выношу любого зомби? Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, енот Дардрагон Фиса. Пацанчики, девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Здравствуйте. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что мы на наилучшем сервере Димас Крафт. Будем тестить оружие, которое называется Custom NPC. Это получается целый большой мод с оружием, да? Первый у нас деревянный пистолет. Будем тестить на зомби, яростный зомби, правильно? Да. Крафта, да. Ух, кстати, я думал, будет деревянный пистолет по одному хп сносить. С каждым ударом он увеличивается. Понял. Каменный пистолет. Тоже 4. Железный пистолет. 6. Это больше. Золотой пистолет. А зависит, стреляя в голову или в ногу? Нет, не зависит никак. А нет, смотрите, смотрите, в ногу. А нет, 5. Странно. Пистолет? Это какой у нас? Алмазный. Алмазный. О, алмазный тоже, кстати, 6. Ого. Кому это выпало? Давайте следующий у нас. Бронзовый. Ой, промахнул. Кому-то челику чуть в голову не попал. Это было бы смешно. Отбойным был бы. Так, мушкет. Вот. Ого, вы видели? Нормально фигачит. А давайте поближе. Это будет играть роль или нет? Не, даже 12. Автомат. Пристрелили челика. Так, давайте следующее у нас оружие. О, сюрикены, пацаны. И девчоночки. Они, кстати, прикольно дерутся. О, кожанка. Катана. Давайте какое-то оружие чисто прикольное тестить, потому что все они влезут у нас. Мушкет другой. А, это такой же самый мушкет. Арбалет. Так, смотрите, пацаны и девчонки, сюрикены. А ну-ка, говно. Ты какой большой. Ого, я... Ой, кому-то в голову попал. Извините. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся записать что-то очень интересное. Смотри. Это максимум, все. Не, 4 пролетает. Не, смотри, как он вырос. Ого, давайте дальше пока увеличим. До потолка увеличиваем его. Это все максимум, Дим. Ой, а это тоже зомби? Да. Ого. Так, давайте, какое у нас еще оружка? О, давайте, блин. О, подождите, у нас же есть еще рогатка. Ой, промахнулся. Эй! Он прыгает. Ты че отражаешь, это отклоняешься? Так, это у нас мушкет. По 9. По 8. Так, арбалет. Как раз тебе пример. Ой, промахнулся. Я сажу. Хотя на ролике, увидите, я чисто целился в голову. А он, когда я его не дамажу, он уменьшается? Да. О, прикольно сделано. По 6. Ну, такое себе. Молот. Давайте молотом, ближний бой, иди сюда. Ну, молот так себе, не очень. А, они плоть забрали. Бейсбольная бита, хорошо лупашит. Так, так, это не то, это не то. Мушкет, автомат, бензопила. Ничего себе, у нас тут моды на сервере. Моднячие. Динамическое копье. Давай, попробуем. Ледяное копье. О, давайте кинем ледяное копье, мне интересно. Давай. А, я думал, ему надо кидаться, можно, не? Нет, он бьет. Я его заморажу или не? Нет, им по барабану. Эй. О, динамическое копье. О, ты там посильнее, да, лупашит? И побыстрее. По девятке, по восьмерке. Вообще жир. Так, бейсбольная бита. По 5. Все равно это больно. Автомат, бензопила. Ого, вы слышите эти звуки? Это я когда бью? Да. Да, да, да. Класс. Я не ожидал, что звуки будут выстрела. Ого, что это происходит? Ха-ха, мне нравится. По мне бьет.
Ребята, ставьте лайкосик, если вам нравится Майнкрафт. Давайте посмотрим, сколько нас людей. Потому что мне все больше и больше нравится эта игрушка. Крутая. Особенно с модами. Так, у нас есть ледяной. Кто это у нас? Лебедь, читаю. Алебарда. Что за алебарда у нас такая странная? Ого, изумрудный молот. Боевой топор. О, посохи пошли. Давайте посохи будем тестить. Посохи вообще жирнячие. Золотой. Попробуй вот такой. Так, ледяной алебарда. По 6. Ну так. Боевой топор. Смотрите, как он здоровый. По 8. Он тебе сформирован в голову. Деревянный посох. Погнали. Кастуешь. Ого. Нифига себе. Вы видели этот выстрел моднящий? Моднячий. Так, пистолет его. Каменный посох. А я не увидел, отнялась жизнь или нет? Ого. Железный посох. Чем дольше я держу, тем сильнее удар. А если я не могу слабо стрельнуть, только долго держать. Ого, так прикольно, когда он умирает. А, вы лут забираете, прикольная серия. Я забираю. И люди лутаются, и ролик классно записываем. Золотой посох, ребята. Давай вот так. Бронзовый посох. Погнал. Дима. Сейчас. Долго набирается очень. 8. Изумрудный посох. По 7? Да. По 7. Ну мало. Какое есть в Майнкрафте? А есть только оружие, которое, допустим, дамажит 40. Ребят, нам 8 есть, но не надо. Оружие, которое дамажит 35. Да? Так, демонический палач. Ого, как вы здоровы. Нормально, мочим. Ты шо не разорались оттуда? Вы чё кричите? Сейчас мы вас замочим. Ого, это что было? Эй, ты читер вонючий! Ого! Смотри, я беру. Дим, смотри, я беру свой меч. Смотри, целая армия. Ого! Все, я заправлюсь. Ты как-то читеришь. А он бьет 3 на 3, Дим. 3 на 3. Да. Ого! Я случайно за территорию. Алмазная коса. Так, подождите, мы еще не... Тут есть у нас элементальный посох. Какие-то странные названия. Очень разные какие-то фишки у них. Я даже не понимаю. Называются одинаково, но выглядят по-разному. Так, вот этот. Я махну воздух. Сколько? 8? Что-то мало. 3. 4. Да вообще мало. Тоже. Элементальный посох. Они одинаково бьют, да? 7. А, нет, вот у 7. Да, кстати, другой. Давай еще помощник. 4. Алмазная коса в действии. Неа. О, давайте я в поисковике наберу автомат. Может, есть какие-то разные автоматы? Автоматы? Есть? Я точно знаю, есть. Автомобильный ключ. Обычный автомат и автомат бензопила. Я их уже тестил. Возьми меч, цыпленок меч, после сбора ты. Цыпленок. Как называется? Цыпленок? Да, цыпленок. Так. Цыпленок меч. Есть такой. Конечно. И что? А, это неинтересно. Ты курица, вот это мочилово. Ну что, кто следующий? О, давайте мы пропишем таймсет. Смотрите, раз, и у нас день уже. Ну чё? Бесстрашно. Как в Роблоксе вот этот режим. Зомби-атак. Слабая оружка. Я думал, будет автомат посильнее мочить. Ого! Полчаса спустя. А ну скажите мне название мощного меча. Так, ребята, мы нашли, получается, самый мощный меч в игре, да? Да. Sword of the Cosmos. Это что-то мясное, да, будет?
Я с одного раза выношу любого зомби? Да, да. У него бесконечный же урон. А, независимо, что я поставлю? Он просто вон туда. Офигеть, это читерский меч получается. Но он сложно делать. Понял. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.